Мотор. Дорогие телезрители! Телезрители, телезрители, давай. Телезрители, сегодня я дам вам немного информации о нашем канале. В конце каждой серии про море будет спектакль. Сегодня он тоже будет. Конец. Здравствуйте, это Анапа, сегодня 5 июня 2016 года. Мы с Машей приехали на море. Ну, купаться мы не намерены, потому что все-таки считаем, что для нас еще вода достаточно холодная. Вот. Но тем не менее нам приятно походить по песочку, подышать свежим воздухом, посмотреть на море и на отдыхающих. Море сегодня, сейчас мы посмотрим, какое оно. Ну, народу достаточно много. Сейчас вот я сделаю такой панорамный обзор. Я нахожусь на дюнах, а это я сейчас снимаю в сторону Анапки. Вот там он, синее вот это вот полукруглое строение, это яхт-клуб. Ну, народу достаточно много уже, по крайней мере, для первых чисел июня. Я считаю, это много. Вот, и очень густо. Густо кажется, потому что я снимаю, так скажем, вот под таким ракурсом. Сейчас пройдемся в другую сторону. Вот там виден в кустах Машин велосипед. Здесь разворачивается какое-то строительство, делают, наверное, павильон какой-нибудь. Ну, наверное, это будет что-то развлекательное. Может, батут тут остановят или еще что, потому что всякие питейные заведения запрещены сейчас администрации устраивать на пляжах. Ну, посмотрим, что это будет. И вот в другую сторону видим, что народу здесь уже гораздо меньше. Это в сторону Джимите вид. Там, видимо, оборудованные пляжи, теневые навесы, спасательные лодки. Вот, пляж ожил. Но народу меньше, чем в центре. А дойти, в принципе, можно пешком. Море плещет волной. Маша уже бегает. Так, ну и я тоже сегодня одет соответствующе, могу войти в воду. Так, вода, ну вода, она и летом, в июле кажется холодной, когда только входишь. Что там у тебя? Ну что, покрываюсь мурашками. Чего? Мурашками покрываюсь. Волна идет. Ну, вот когда постоишь немножко, привыкнешь, вода уже кажется не такой холодной. Я думаю, конечно, и купаться можно тем, кто приехал. А что ж делать?
Можно погреться, растереться полотенцем. Большой плюс, что сейчас нет никакой камки, никаких водорослей. Вот, вода чистая, прозрачная, приятная. Ну, это вот из плюсов июньского отдыха. В июле, конечно, начнется цветение моря, и это уже на любителя. Немногие, так скажем, переносят это спокойно. Ha 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 ha!